людей масштаба Виталия Константиновича Высоцкого для Омской области в области спорта, ну, наверное, можно пересчитать на пальцах одной руки, которые несли столько, сколько вот нес Виталий Константинович. Это и создание спортивных команд, строительство спортивных объектов и поддержка спортсменов высокого уровня. Это было все очень непросто делать в то советское время, в которое работал на посту председателя областного спортивного комитета Виталий Константинович. Много лет я был с ним знаком. Это был замечательный человек. Это был хороший собеседник. Это человек, к которому, если обращались за какой-то помощью, он никогда не отказывал. Он мог и выслушать тебя, значит, принять какое-то решение, или подсказать, или посоветовать. Любовь к людям была у него. Потому что в то время нужна была забота о спортсменах. Спорт был всегда такой отраслью медальной. Никто не думал о там, массовости, а чтобы все занимались физической культурой. Все хотели вот, получить и увидеть медали олимпийских чемпионов. Виталий Александрович об этом очень серьезно думал, заботился, создавал в этом отношении огромную материально-техническую базу.